Если охарактеризовать отца Николая, там очень коротко, это человек-любовь. Самый добрый батюшка, которого я встречал, он светился такой радостью, приветливостью, очень интеллигентный, очень добрый, сосредоточенный на каждом, кто к нему приходил. И для него не было каких-то лишних или посторонних, скользящих по поверхности людей. Каждый был для него важным. Может быть, это удивит, но как-то это не вызвало вот какого-то прям шока, потому что регион специфический, и у отца Николая, мало кто об этом знает, его духовный отец, отец Петр Сухоносов, тоже священномученик, его в 99 году похитили в плен и убили. И вот это, как это бы назвать, какая-то связь духовная между духовным отцом, который вот так завершил свою жизнь, и его сыном духовным, отцом Николаем, она вот проступила. И, наверное, шока не было, да, но было, конечно, удивление, что вот так Господь вдруг призвал. Никто об этом не думал. Отец Николай здесь 44 года прослужил.